Ну а до финального концерта остается всего ничего. На репетиции его в Межапарке нескольким участникам хора стало плохо. Во всем виновата жаркая погода. Не случится ли такого в воскресенье? Все-таки ответственное мероприятие. Спросим у метеокорреспондента Галины Солодовник. Галина, привет, ты в эфире. Добрый вечер. Уже завтра жара покинет Латвию. Ветер сменит направление с южного на западное, а затем и на северо-западное. Дневная температура в выходные дни от 20 градусов на западе страны до 25 на востоке. Осадков не ожидается. Но более солнечным будет воскресенье. Температура воды в Рижском заливе 18 градусов, в реках плюс 22, плюс 24 градуса. В начале следующей недели тон погоды будет задавать атлантический антициклон. Температура днем от 21 градуса на побережье Курземы до 25 в Латгалии. В среду в Латвию со стороны Скандинавии придет атмосферный фронт с дождем и грозами, а северный ветер принесет еще больше прохлады. В конце рабочей недели по ночам столбик термометра будет опускаться до плюс 9, плюс 14 градусов, а днем температура не выше 22. Подробный прогноз погоды на завтра смотрите после новостей спорта. Передаю слово тебе, Андрей.